Внимание, это ограбление! Всем на пол! Вперед! Вам когда-нибудь хотелось вкусить запретный плод? Представьте себе место, где нет законов, нет правил, нет последствий. Добро пожаловать в Вайс. Райская утопия, где можно делать что душе угодно. Благодаря этому курорту город процветает, но тебе приспичило устроить там скандал. Ты убил девчонку в моем мире, будешь иметь дело со мной. Казалось бы, если дать человеку шанс совершить любое преступление, он выплеснет злость и успокоится. Но он лишь познает вкус, и ему хочется большего. Там нет живых людей. Они выглядят и ведут себя как люди. И наши клиенты получают максимально реалистичные ощущения. Это безобидное развлечение. Каждый вечер импульс стирает последние сутки из их памяти. Давай же! Сэр, у нее сохранились воспоминания. Сюда ее. Будешь у нас как новенькая. Боль будет адская. Если хоть кто-то узнает, что андроид вырвался на свободу... Понял. Этот комплекс лишь верхушка айсберга, но на нас обратили внимание. Вас надо прикрыть! Ему девчонка нужна так же сильно, как и нам. Ты сама себя загнала в западню. А из нее есть только один выход. Взять ее! Почему она выглядит в точности, как я? Тебя создал я. Я тебя в это втянул. Я и спасу. Может, мы наконец-то покончим с Вайсом раз и навсегда. Мы можем тебя улучшить. Неплохо. Для робота. Наша величайшая угроза — это единственное... Думаешь, что-то изменится? Что нас спасет? Ты не в силах нам помешать. Томас Джейн. Брюс Уиллис. Эмбер Чилдерс. Злость. Так ответь, что плохого в невинной забаве?